Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить о возможностях с компанией CrowdOne. И этот видеоролик создан для тех людей, которые готовы поверить в то, что они могут заработать 1 миллион за короткий срок и сделать какие-то действия. Итак, кто сказал, что это невозможно стать миллионером? Мы будем говорить только о математике и о фактах. Давайте вспомним, какие сейчас у нас есть пакеты, какая их стоимость и бинарные баллы. Так как баллы у нас изменились, изменилась немножко цена, да? И я сейчас вам просто покажу и напомню, что белый пакет у нас стоит 109 евро, куда входит 60 бинарных баллов. Именно по баллам бинарным у нас идет начисление, и поэтому это для нас очень будет важно. В этом пакете есть еще баллы лояльности, 5000. Мы можем их использовать для покупки товаров именно на нашей площадке. Мы знаем, что по нашему маркетингу у нас есть бонус быстрого старта, или как мы его еще называем, страх потери. О чем он говорит? То есть с момента регистрации человек имеет 14 дней для того, чтобы выполнить этот бонус и получить, соответственно, свои деньги обратно. То есть 4 лично приглашенных с пакетом White, именно белым, даст вам прибыль 24 евро плюс гиф-код за 109 евро. То есть вы можете его реализовать в тот же день и вернуть свои вложения. Матчинг-бонус. Это прибыль от прибыли вашей структуры, то есть чек от чека. Здесь уже не имеет значения, какой пакет у вас есть. А самое главное и основное, это, конечно же, ваши лично приглашенные люди. И на данном этапе, так как в пакете White, в белом пакете, есть подписка на Mixer, здесь вполне достаточно 5 лично приглашенных для первого уровня. И последующие уровни вы видите, что вы будете получать 10%, если у вас будет выполнение лично приглашенных людей. Я не говорю, что их нужно пригласить буквально за один день или за один месяц. Все должно быть постепенно и по нарастающей. Итак, пошли дальше. Бинарный бонус. Мы знаем, что у нас есть объемный бинарный бонус, который дает нам возможность получать бонусы 1 к 1, 1 к 2 или же 1 к 3. Я буду говорить именно о бонусе 1 к 3. Как вы видите, это можно зарабатывать именно с двух ног, потому что обычно в бинаре у нас было или же слева-справа встал человек, у нас хлопнулся бинар, нам выплатили проценты. Или же обычно в бинаре выплачивалось только из короткой ноги. В нашем случае мы, работая правильно, расставляя партнеров, зарабатываем в 3 раза больше. То есть в каждой ноге у нас должно быть меньше партнеров, чем в другой в 3 раза. И мы получаем тогда 1 к 3. Здесь вы можете сами остановить видеоролик и рассмотреть пример подробно. И теперь давайте остановимся на распределении бинарного бонуса. Как у нас идет распределение, что мы получали до 6 числа и что мы сейчас будем получать именно 7 апреля, какие начисления именно по бинарному бонусу. Тогда, когда у нас выстраивается бинарная структура именно 1 к 3. Так вот, пакет за 109 евро, который имеет 60 баллов и выстраивая правильную структуру, то есть в одной ноге один контракт и в другой стороне 3 контракта. В этом случае у нас схлапывается бинар 1 к 3 и мы зарабатываем 24 евро. Сейчас эти деньги идут полностью на баланс. Ранее у нас было распределение 70% шло на баланс, 30% уходило на долевое участие. Мы тогда зарабатывали 25-20. Сейчас будет эта прибыль 24 евро. Здесь вы можете посмотреть по дорогим пакетам, которые дают нам больше прибыли, но на этом мы останавливаться сейчас не будем на данном этапе. Итак, как за 9 месяцев стать евровым миллионером? Я сейчас покажу вам чистую математику и ничего больше. Расчеты те, которые дают вам возможность использовать стратегию и, конечно же, прийти к желаемому результату. Итак, программа 1 плюс 4.
Все абсолютно входят на белый пакет за 109 евро. И, конечно же, идет дубликация команды. О чем это говорит? То есть каждый ваш партнер повторяет ваши действия. Итак, первый месяц, как вы видите, первая колонка – это месяцы. Вторая – это количество партнеров в вашей команде. Следующее – это баллы, потому что в нашем случае у нас в кабинете все рассчитывается в баллах BP. Следующее – это прибыль именно в евро будет за месяц. И следующая колонка – это уже ваши статусы, так как у нас есть карьерная лестница, и мы, конечно же, будем все время расти в статусах. Итак, первый месяц, когда вы подписали контракт и стараетесь за 14 дней пригласить 4 партнера. В этом случае вы выполняете бонус быстрого старта, страх потери и возвращаете свои вложенные средства. То есть 109 евро вы получаете обратно в виде гифкода, который в дальнейшем можете использовать для своих же партнеров. И еще вы получаете по бинару 24 евро. Следующий месяц – это второй, когда вы продолжаете приглашать 4 партнера, и ваши первые 4 партнера, точно так же, как и вы, вас дублицируют. То есть они приглашают тоже по 4 партнера. В данном случае у вас будет 16 партнеров, и в этом месяце вы уже получите 96 евро и перейдете на первый статус «Team Leader 1 звезда». Третий месяц – 64 партнера, 384 евро прибыли, и ваш статус Team Leader уже 3 звезды. То есть вы видите, что Team Leader 2 звезды вы уже проскочили. Следующий, четвертый месяц, 272 партнера. Соответственно, 1632 евро вы уже зарабатываете, и вы уже координатор 2 звезды. Только за этот месяц я не суммирую суммы. Здесь суммы показаны именно за месяц. И вы уже координатор 2 звезды. Пятый месяц. Вы видите, какое количество партнеров, ваш заработок 6624 евро, и вы уже менеджер 1 звезда. Именно я не буду перечислять каждый месяц в отдельности, то есть идет дубликация, каждый партнер выполняет условия 4 новичка каждый месяц. И на 10 месяц, хотя вы уже миллионером станете, именно на 9 месяц, но именно 10 месяц хочу вам показать. Почему? Потому что ваш статус – сеньор-президент. Здесь в этом расчете не были учтены ни матчинг-бонус, который вы получаете чек от чека, ваши люди получают деньги, вы получаете 10% с 5 уровней. То есть с каждого уровня по 10%. Соответственно, и доход не показан именно за статусы, так как каждый статус у нас получает резидуальный доход ежемесячно, который выплачивается не от команды, не от покупки товаров нашей командой, а именно от наших партнеров компаний, которые зашли на нашу площадку для того, чтобы предоставить свои товары или услуги для нашего комьюнити. То есть у нас целевая аудитория. Кроме того, мы делаем еще трафик для этих сайтов, для того, чтобы они попадали в запросах, в поисковых системах на самые верхние позиции. За февраль 2021 года деньги, именно резидуальный доход, был начисление 15 марта. И посмотрите, здесь нет сеньора президента, но здесь есть президент 3 звезды. Именно президент 3 звезды 15 марта получил 15700 евро за свой статус. Поэтому я сейчас предоставила вам чистую математику. Это факты, которые уже есть в компании. Они подтверждены именно людьми в этой квалификации. Поэтому, возвращаясь назад, обратите внимание, что вы в 10 месяц уже сеньор-президент. Это гораздо выше, чем президент. То есть то, что я вам прописала, 15 тысяч евро, это минимальное, что возможно вы получите за сеньор-президента. Поэтому небольшая стратегия, которая позволяет вам стать миллионером за 9 месяцев, это всего лишь работа ежемесячно 4 партнера в вашу первую линию. Для тех лидеров, которые работали в сетевом бизнесе, 4 человека – это вообще ни о чем.
для новичков, которые сегодня стараются развить свой бизнес и прийти к большим деньгам, я думаю, что у каждого найдется 4 знакомых человека, которым на сегодняшний день за 9 месяцев очень необходим миллион евро. Я думаю, если вы покажете эту таблицу и расскажете, что нужно делать, я думаю, что ваш бизнес взорвется на сегодняшний день. Другой стратегии вам абсолютно не надо. Не надо по 10 человек, не надо изнурять себя. Да? Я понимаю, да, может быть, не быть такой дубликации. Хорошо, возьмите наполовину, возьмите 50% из того, что здесь нарисовано. Где здесь есть расчет, возьмите на 50%. Что вы будете конкретно иметь, если у вас будет просто 2 партнера каждый месяц, и ваши люди вас повторят. Стратегия действительно потрясающая. Она не нагружает вас огромной работой. Научитесь просто показать человеку, где есть деньги, и дайте ему возможность изменить его жизнь к лучшему. То есть, изменяя жизнь людей к лучшему, вы меняете свой уровень жизни. Я желаю вам успеха. Я знаю, что у вас все получится, потому что на 1 миллион евро, я думаю, каждый, наверное, об этом мечтает. Но самое главное, не забывайте, это именно резидуальный доход, который позволит вам навсегда уйти от работы и жить достойно, с хорошей выплатой за проделанную работу. Всем успехов!